Друзья, всем привет! Димаш Кудайберген рассказал, как снимали первое выступление на сцене шоу «Shine Super Brothers». Оператор и постановщик, ассистентка артиста Пан Пан. Итак, Димаш рассказывает о съемках, которые проходили 12 октября на английском языке. I really don't like that all, but for our job, Если честно, то я не люблю все это. Имеется в виду макияж перед съемкой, но для нашей работы это нужно. В автомобиле по пути артист продолжает повествование. Hello, dears. Today we are very happy because after... Привет, Диас. Я очень счастлив, потому что спустя 2 года я еду на репетицию в Китае в первый раз. Тут артист пошутил. Нет, во второй раз. Простите, очень плохая память, немножко староват уже, понимаете, 27 лет. Это просто шутка. Даже не знаю, что сказать. Я очень счастлив. Скоро увидимся. 2 years I got a rehearsal in China. First time I think. Ah, no. The second time, yes. Sorry. A very bad memory, yes. A little bit old, you know. 27 years old. Выходит автомобиля и снова. Привет! Hello! But you know it's not real backstage. It's not real. Pan, that camera girl asked me, please do it one more time, you know? Но вы знаете, это не настоящий бэкстейдж. Видеооператор Пам-Пам попросила меня, пожалуйста, сделай это еще разок. Друзья, вы понимаете, что из автомобиля сначала вышла помощница и продолжила снимать. С первого дубля не все сразу получилось. Прошли съемки, и Димаш на китайском попытался поблагодарить всех фразой. Вы отлично потрудились. И вот мы уже смотрим события, произошедшие 15 октября. Замечательный номер с песней «Stranger». Спасибо за замечательный рассказ. Теперь мы видим, как непросто снимаются такие яркие выступления. Отдельная благодарность режиссеру влога, уважаемой Пам-Пан. Надеемся, она когда-нибудь получит свой Грэмми. А пока у нее есть только 1 000 000 благодарностей от всех Диас в мире. Кстати, переводчик Димаша Думан Берлисхан получил премию за лучшую режиссуру и за лучшую операторскую работу на 7-м кинофестивале в Пекине за фильм «Маленький воин». Вот такие талантливые люди работают с Димашем, и это не может не радовать. Друзья, всем большой рахмет!